Приветствую всех зрителей и подписчиков игрового канала Стича. Мы продолжаем проходить с вами игру под названием Layers of Fear. Мы с вами собрали три ингредиента. Это кусочек кожи, кровь, кость. Еще у нас с вами осталось три. А что, если ничего не выйдет? Ну, не знаю. Так, злостно опять. Несколько пакостные картины. Ладно, пошлите. Ох ты, девчушка. Оу, фак. Ты куда пошла? И черная мерзкая слизь остается за ней. Кстати... Оу, тихо, тихо, тихо. Скримеры начинаются прямо сейчас. Так, она ушла, мы сами ничего не видим. Стоит ли заходить в эту комнату, спросите вы. Я не знаю, мать вашу. Стоит мне заходить или нет? Знаете, я даже боюсь поворачиваться. Я думаю, сейчас какая-нибудь тварь тут выскочит. Она с вами и будет ай-яй-яй. Ребенок, ну, видимо, в семье у них еще есть ребенок. Я это правильно понимаю. Так, смотрите, комната. Хм, детская комната. Двери, наверное, как обычно, закрыты. Окей. Так, и нагнетающая музыка. Бух, кто-то идет, знаете, какой-то великан. Кстати. Тихо. Так, почернело. Часть рисунков почернела. Я это, кстати, обратил внимание. Может, надо отгадать? Все-таки, опаньки. Тюк, тюк. Ох ты, красота какая, лошадка. Какая злая девочка, а? Ты смотри. Девочка, ну, с двумя ножами. Ой, давай-ка лучше нахрен побыстрее отсюда выходить. Чем мы быстрее мы сами отсюда выйдем, тем мы сами будем живее. Ага, Мишка. Hey. Эй, что это? Погоди. Какой сегодня день недели? День рождения. Воскресенье? Хочешь сказать, что well, я? Тогда почему ты не пришла и не позвала меня? You know черт побери, ты же знаешь, что я с головой ухожу в работу. Колпак. Ну, по-видимому, у девочки было день рождения. А это естественно. Так, сзади никого нет, это уже радует. Идем вперед. Заходим. Все разукрашено мелом. Это что такое было? Двери опять закрыты. Так, сюда не пройти. Стрелочки, ну сами знаете, как в казаки-разбойники, кто играл в детстве. Не знаю, современные дети, может быть, и не играли, но мы раньше играли в казаки-разбойники. Бегали друг за другом. Так, я захожу, я не боюсь, я захожу сюда. Сейчас что-то произойдет с картиной. Так, вот это что такое? Какая-то натянутая хрень. Это люстра, которая упала сверху. Хорошо. Так. Картина вроде бы не... Я бы не сказал, что она какая-то необычная. Это что такое было? Так, кстати, я вижу. Боже милостивый, ты что, скупила полный вермага? Дорогая, ты еще даже не знаешь, кто родится, мальчик или девочка. Сейчас мы уже сами можем сделать вывод, что все-таки родится девочка, судя по всему. Так,
картина стала ни на что не похожа, не знаю, что такое. Давайте сюда поскорее выйдем, если, конечно, это получится сделать. Твою ж мать, а? Зеркало. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Кто-то идет, кто-то идет. Что тут может быть? Дом, 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 дом. Так, ничего такого не... Кстати, тут нет каких-то активных вещей. В принципе, мы сами ничего тут взять не можем. Мы можем сами зажечь свечки. Забавно, забавно. Свечи превратились в краски. Так, пошли в следующую комнату. Угу. Так, у нас с вами две двери. Вернее, одна дверь и один комод. Пошлите к нему. Я знаю, что сейчас это произойдет. Очень страшно. Закройте глазки. Так, стрелочки опять. Ой-ой-ой. Так, не пугайте меня. И чё? Чё мы сделали? Взяли какую-то с вами... нажали какую-то как кнопку, что ли, что-то было. Так, еще одна. Окей. Так, а тут... почитать что-нибудь можно? Ну, я думаю, самая нижняя... Так, нет. Ну, тут мы все с вами, в принципе, сделали. Свет включить... Свет — это, конечно, не самая лучшая идея. Кстати, вот эти вот... А, это были пешки. Вернее, шашки. Кстати, я люблю очень шашки. Я в детстве очень часто в них играл. И, в принципе, неплохо в них играю. Ну что, родненькая, давай выходи, папочка рядом с тобой. Ты плачешь? Солнышко, не плачь, пожалуйста. Сейчас я тут только все проверю. Карандаши, ручки... Но мне вот единственное, что мне неохота идти. Так, тут ничего такого на самом деле нет. Да хрена вот эти ящики открывать, если тут никогда ничего нету. Вот сюда неохота мне сами идти, но что, придется? Так, тогда давайте-ка проверим вот эти двери. Стрелочка, кстати, показывает сюда. Туда ладно, туда-туда не пойдем. Раз нам сами показывают идти сюда... Я туда точно не пойду, потому что вполне возможно, что это какая-то замануха такая, знаете. Зашел, а нам с вами труба. Так, отлично. Прекрасно просто. Давно нам, кстати, с вами записок никаких не попадалось. Тут что написано? Болтают за глаза. О ком? О ней? Кто болтает? Чего не понимаю. Дорогуша, ты сейчас про чё? Так, фломастеры. Свечи, свечи, свечи. Поджечь нельзя, к сожалению. К большому сожалению, свечи поджечь нельзя. Так. В ящике даже этот открывать не буду, потому что тоже тут смысла особого я не вижу в нем. Такая своего рода переходная локация, как мне кажется. Потому что ничего тут сами такого я не вижу. Ну, знаете, сделано оригинально, но с вами постоянно пугают то какие-то куклы были, да, даже, вернее, не кукла, а кукла. Сейчас вот девочка, то там силуэт какой-то женщины, ну, скорее всего, нашей жены, как мне кажется. Тоже, то есть, та же самая комната, но уже более разрисованная. В принципе, это понятно, окей. Ух ты.
Опять на сами тут невесомость. Все повисло в воздухе, все карандаши. Но меня вот этим, если честно, не удивить. Такое ощущение, что в следующий раз будет что-то более серьезное. Смотрите, то же самое без карандашей. Сколько времени это можно тут ходить? Если мы сами зайдем обратно в эту дверь. Ага, нам это не дают сделать. Оу, фак. Привет. Куклы. Только я сказал про куклы, появились куклы. И чё, скажете вы? Что стоишь? Пошлите дальше. Даже вообще без Б захожу. Куколочка, я тебя тоже не боюсь. Так, почему плачет ребенок? Что мы с вами сделали такого нехорошего ей? Ты, кстати, тут ничего такого активного я не вижу. Поэтому все-таки, скорее всего, мы с вами пойдем вперед дальше. Ух ты, блядь. Оу, привет. Тут одна одинешенька. Какая ты симпатичная. Твою ж мать, а. Так, не пугайте меня. О, приветик. Ты же всего лишь напросто кукла. Че тебя бояться-то? А я даже пойду вперед. Твою ж мать, а. Вот так вот. Свет включаем. Так, я думаю, наша цель включить все. Все, что только можно. Кстати, какой-то звук такой неприятный доносится. Ну, в принципе, дорога... Так, не понял. Так это... Коляска, не знаю, инвалидная. Кстати, я, если честно, так и думал. О, фак, не пугайте меня, ребяточки. Убежала. Кстати, прикольные такие скримеры, знаете, они страшненькие и своего рода любопытные, но не настолько. Так, ладно. Слушай, стой, девочка, ты куда? Так, нас с вами ведут. Прикольно. Так, разве? Так, обрубила нас с вами. Надо найти сюда, потому что мы с вами так и будем походить по одному месту. Сука. Блять. Ладно, пошли сходим, посмотрим, что тут. Ага. Повтор, значит, надо прямо идти. Ух, ох, играет у нас он сам воображение. Да еще как, я вам скажу. Не знаю, куда мы с вами выйдем. Твою мать, а. Да хорош. Хорош, балдеть, а. Так, вы что, хотели нас вот сами лабиринтиками запутать? Так, а если вот сюда пойти? Пошлите, сюда сходим. Как
Какая музыка, а? Серьезно. Это что такое? Судя по всему, это какая-то, как мне кажется, кукла, подвешенная за рога. Ох ты. Привет, девочка. Слушайте, знаете, мне реально, мне ее не страшно, эта девочка. Ты кукла? И чё? И чё? О, господи. Я живой? А, или это типа я проиграл? Ничего не понимаю. Да не должно быть. Я закрою за собой дверь. Так, сейчас открываем, мы уже сами в другом месте. Вот, в этом. Так, или в другом. Так, ну если честно, я даже не понял. Хотя нет, смотрите, это все-таки мы сами... Продолжаем играть. Так. Как говорится, любопытство не порог. Это рисунок. Что это такое, блин? Хорош надо мной издеваться, блин. Называется игра, блин, на ночь глядя. А мне еще все-таки спать придется идти, товарищи. О, да ладно, собака. Дверь закрыта, ты ломишься ко мне. Ну это не смешно. А стрелки показывают другую сторону. А мы сами идем, так скажем, против системы. Лево, направо, прямо. Белая дверь, так и май. О, отлично. Какое место красивое, посмотрите. Просто шикарно. Ну, согласитесь. Комната просто... прекрасно. Ну, кстати, что-то можно взять или какое-то действие даже сделать. А тут замочек. Видимо, нужно найти какой-то ключик. Все мне это, знаете, напоминает какой-то фильм ужасов моих детских времен. Когда я играл, когда я сидел у телевизора, смотрел и трёсся от страха просто. Это реально у меня такой был, панический страх такой был. Вызывали все эти чувства. Так, рисунок. Девочка какой-то, черный человек, деревья, еще что-то. Я отсюда уходить не хочу, пока все не исследую. Вполне возможно, что-то найду полезное, а может быть и нет. Так, ну-ка. Я надеюсь, сзади меня никто не стоит. Я поворачиваюсь, а тут такая тетя или девочка. Так, ладно, пока сами ничего открыть не можем. Ну, ладно, нет, таки нет. Кукла, может, ты мне сможешь как-то помочь? А вот он, ключик.
Делов-то была. Так, песик, это случайно не ты? Гавкал на меня сквозь двери. Слушаем, слушаем музыку, смотрим. А кстати, комната прикольненькая, я бы в ней остался бы. Клоун. Песик очень так смотрит, я вам скажу. Ага. Сейчас такая рука, знаете. Отдай мое сердце. Кукла уже долбится головой, и куклы уже нету. Ну, девочка явно чем-то недовольна. Смотрите, родители, похоже, злой отец и мать в инвалидном кресле. Маленькая, тише, детка, ночь холодна. Звезды гаснут от тобою, скоро все здесь станет тьмою. Мама желала хорошего сна. Но теперь и она ушла. Отлично. Посмотрели с вами такую заставочку. Так, ну, книжки тут ничего тоже не активно, поэтому сделать, кстати, вот этот клоун, который вылез. Его. А, ну-ка, давай-ка. Ну, спой нам. Ладно, не хочешь, не надо. Хотя, мне кажется, споет. Ага. Кстати, на самом деле даже не пытаются сюда выпустить. Я-то подумал, что сейчас выйду. Так, это что такое? Смотрите. Это была особая кисть. Похожая на конский волос, но другая. В этом момент я засомневался, сработает ли. I was already halfway through, and besides, полдела сделано, но и вряд ли смогу просто взять и вернуть былое обо всем, позабыв. Мы взяли с вами какие-то волосы, локон. Локоны волос. Слушайте, а может быть это волосы нашей дочери, как вы считаете? Ха-ха. Привет. Ты такая большая. Так, собственно, куда мы с вами пойдем? Тут, смотрите, тут тоже, похоже, девочка изображена. Может быть, какая-то женщина. Ладно, пошлите вперед. Я думаю, мы с вами сейчас попадем в комнату художника. Отлично, да. Собственно, что и стоило ожидать. У нас с вами тут все поменялось, смотрите. Опять куклы лежат. Причем кукол очень много. Ну, в принципе, тут, я считаю, ничего не поменялось. Да, тут сказано про будущего ребенка. Ладно, хорошо. Давайте рисовать дальше, что я могу сказать. Посмотрим, что с этого получится. Ты смотри, а. Какой красивый человек. Даже если это можно назвать человеком. Или бывший человек. А кто это, собственно? Кого мы сами рисуем? Вот это непонятно.
Но с вами идет сохранение, поэтому я не могу двигаться. Мы с вами просто смотрим на вот этот прекрасный портрет, который нарисовал наш художник. С чем это связано, я понять не могу. И кто это самое главное? Может быть, это его жена или его ребенок? Непонятно. Так, очередная у нас с вами открылась, да? Дверька. О, это волосы. Мне кажется, это волосы ребенка. Это была особая кисть, похожая на конский волос, но другая. Обратите, да, что это у нас с вами были не конский какой-то волос, а, скорее всего, человеческие волосы. А как мне кажется, это все-таки были волосы ребенка, раз она лежала у нас с вами в... Так, уходи. Просто уходи. Раз она с вами лежала... Я не знаю, на самом деле, будет страшнее дальше или нет. И чем сейчас нас с вами будут пугать, но детьми нас уже сами попугали. Так, отлично, назад. Выходим. И все меняется, смотрите. Ну. Так, да что такое? Ага, дверь закрыта, отлично. Может быть, нужно ходить по часовой стрелке или... Кто-то идет. Ладно, хорошо. Мне не страшно, я буду ходить кругами. Это что такое? Ковер. Отлично. Ковер поселили, видимо, для нас. Спасибо, господа. Так. Фокус с картинами я знаю, если честно. Что они ловят? Собаку? Или что это такое? Какое-то существо? Дверь. Опаньки. Так, смотрим. Ходишь по кругу. Да ладно. Че, серьезно? Слушайте, я не догадывался. Дверь закрыта. Какие умные разработчики. Ходишь по кругу. Да ладно, я-то думал... В правильном направлении хожу. Так, окей. Картина пока не поменялась. Блять, может быть, кто-то за нами ходит, нет? Как вы считаете? Нет. Опять, кстати, нас с вами детьми пугают. Пум. Свет выключился. Лучше всего вы глаза сейчас закройте. Потому что ничего не видно. Это так же, как и мне. Так, ну. Черт побери, а. Так, эта дверь закрыта, я понимаю. Так, да ладно, вы что, твою мать, а? Ну как тут можно играть? Тут вообще ничего не видно. А, да ладно. Забыть легко. Пьяница. Безумец. Время. Время. Ой, что я могу сказать? Вот складывается такое впечатление, что вот этот художник, который мы с вами играем, да, он, скорее всего, очень сильно выпивал. С чем это связано? Скорее всего, с тем, что у него жена после пожара получила вот такую внешность. И из-за нервов, да, и лицо искорежилось, такая маниакальный такой у нее получился взгляд. Вот, ну и, скорее всего, он начал чудить. Что именно он сделал, я не понимаю. Вот если рассуждать логически, мы с вами нашли кожу. Кожу с человека, представляете? Чья это кожа? Как вы думаете? Кожа художника? Я, если честно, сомневаюсь, что это может быть кожа художника. Так, нет, свет не хочу выключать. Кожа нет. Кость? Кость? На что похоже? Может быть, кость похожа на какую-то на собачью кость? Локоны волос. Ну, локоны волос, это локоны ребенка. Это как бы...
Тут гадалки не ходи, тут так все понятно. Знаете, я считаю, что все прояснится у нас с вами. Когда мы с вами найдем следующую часть, мне кажется, все будет станет понятно. Так, решайся. На что решайся? Интересно. Так, тут... Тут ничего такого я не вижу. Отлично, записка. 17 июня. Он опять бредит из-за чертовых крыс. Я не видела ни одной, но уже весь дом обложил мышеловками. Он утверждает, что слышит, как они скребутся внутри стен, словно их там сотни. Господи, пусть эта чертовщина окажется правдой. Надеюсь, они вылезут ночью и сожрут тебя во сне. Жестокий, жалкий, эгоистичный пьяница. О, сказали, как отрезали, да? О, я побоялся повернуться. Ладно, хорошо. Опаньки. Так, дверь сюда закрыта. Ну, то, что ему мерещатся крысы, это да. Тут я полностью соглашусь. Ну, ничего такого я больше не вижу, поэтому... так, ладно, пойдемте в эту сторону. Мне кажется, мы с вами правильно идем. Нет? Нет, смотрите. Мы с вами неправильно идем. Нам нужно что-то с вами сделать в этой комнате, чтобы... Хотя, смотрите, у нас с вами есть еще одна комната. Да, отлично. Так, это кто? Это жена. Так, свет. Свет включен. Так, настроимся на скримера. Оу, красотка. Да ладно. Мне кажется, это была жена. О, друзья, давайте я предлагаю на этом завершить прохождение этой серии. Я надеюсь, вам понравилось. Следующее мы с вами обязательно продолжим. И я думаю, найдем с вами все-таки пятую часть к нашей картине, да, и что-то уже более-менее прояснится. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте палец вверх. Вам большое спасибо за внимание. С вами был Стич. Всем до новых встреч. Пока.